Типа, ну вот, купил квартиру, блин. Так, здесь кухня, здесь комната, видишь, с балконом бьют. Так, здесь душевая, здесь сортир, а здесь вторая кухня. Так что немножечко ремонт сделаем, ё-моё. Вот, такая квартира у меня. Всё, зато вид с балкона шикарный. Бля, ну тут... Да, здесь немножко надо будет... Балкон классный, да? Стоишь себе, смотришь, бля. Так, тут надо будет окна поставить, двери. Вся хуйня. Дырки заклеить, блядь. Это вот... А, эту куда-нибудь можно выкинуть. Смотри, тут видал, тут заебись вообще, пиздец. Хорош матом ругаться. Смотри, какой вид из окна прекрасный. Твою мать. Да. Смотри, два балкона, да, на балкон можно выйти, поторчать. Все, видишь, тут Маша, Наташа, они все сюда приходят, да? Вот, они приходят за этим. Так что тут, ну, видал, хуй цы кругом. Так что, в принципе, можешь выбирать любую квартиру, блин, да? Вот, да, говорит, о, типа, классно. Осталось только двери поставить, окна и все. Нормально, ёпта, можно жить. Да, какой красивый вид из окна. Ебать, мои шишки. Чего? Прям так и хочется тут вечеринку устроить. Телками. Тут диван поставим, надо прибраться немножко. Все. Голбежка будет полным ходом. Соберем здесь супер вечеринку. Вечеринка будет потрясная. Так что добро пожаловать домой. Ё-моё. Какой классный вид из окна. Просто пипец. Да, видок, конечно, супер. Наташа Хуйло, приходи в гости. А тут вот темная комната. Здесь тоже вид прекрасный. Лето, ё-моё, господа. Это ж так хорошо. Есть дырки. Смотри, сколько дырок. Каждую можно присунуть. Приходи, Наташка, я подарю тебе это.